и грешными. Создал мне, Господи, помилуй меня. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня грешными, помилуй. И освяти дары, посылаемые Твоей щедрой рукою, словом истинной молитвы. Очи всех на Тебя, Господи, уповай, Ты даешь им пищу во благовремени ей. Отверзаешь и Ты щедрую руку Твою, исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Вот когда даю кому-то снимать, вот тот угол уже не освещенный. Вы должны были шагнуть, захватить все. Просто работать надо. Сейчас еще ее обратили. Дай-ка она будет без рукавов. Есть кто-то любит без рукавов. За стол без рукавов не сядет. Так, сам, чтобы видно было всех. И туда поворачиваем. Режиссер должен работать. По полям бегать, по горам лазить. Я скажу, что мне с детства Господь дал любовь к птицам, орнитология. 5 лет. Я читал уже, и первую книгу купил, сдал сусликов в шкурке, и купил первую книгу. «Лесная газета». Там главный автор был Виталий Бианки, такой журналист. У меня в деревне не было имени Виталий и слова Бианки, это итальянское. И там все птицы. Как они выглядят? Как летают? Какой отпечаток ноги? Какая тень? Какой голос? А этих птиц у нас нету. И спустя примерно 60 лет, примерно, я вечером вышел, слышу гу-гу, у нас такой птицы нету. Я сразу быстренько провернул у себя, 60 лет назад я считал, ага, это воробьиный сыщик, маленькая сова. Он ночью залазит в скворечницу и хватает скворца там. Скворечник залазит. И к утру я его уже поймал. Поймал, это любой орнитолог позавидует, как поймать его. Поймал, стал всем показывать. Теперь должен знать, где он живет. Это не наша местность, как оказалось, он неизвестно. Я его кольцую, ну, не без номера. Иду на поезд, даю проводникам, чтобы выпустили в полдень. Занимайся больше вещами, правда? Да, это точно. Так, я кое-кого попрошу сейчас. А где остальные? Где Сергей? Не можем сказать. Сергей. Может, готовит костер? А, да. Костер готовит. Костер не он готовит. Его надо бы тоже сюда. Я сделаю замечание одно. Кто сегодня во время моления? Вот, готовились как молиться? Наши сестры ходили на исповедь. И выходят. Хорошо замотано, все как надо. Но у нас в уставе написано 2 платка под булавку. Я сказал, они все сразу переоделись. Сестрам нет никакого замечания, абсолютно. Там муж идет за обед, позови его иди, чтобы он пришел. Так, куда? Вот. Без рукавов. Куда ты идешь? Куда ты прешь, бабка? Поймалась. Не один раз. Вот они безрукавые где. Вот эту вот сегодня уже 4 раза заставлял. Я на чуть рукава засушила. Я суровыми словами тебе говорил. Ничего путного из тебя уже я не жду. Ты дома прешь, ты обязательно будешь засущенными рукавами ходить. Ужин. И эти... Ужин. Вы хотите узнать, ужин. Что такое так тихо, не разговаривают здесь? Посчитайте труды Максима Степаненко. Он вам скажет, как русских шалах воспитывают. Они ни к чему больше не пригодны. На 2-ю букву алфавита только называть будут. И все закладывается сегодня. Ты приехала сюда, тебя сейчас аркану сюда не затянешь. Я тебе уже отправил вот так вот. Потому что я каждый день тебя давлю здесь. И ничего не добьюсь. И не надо удивляться, что ты пошла учиться, и все предметы запустила, и ничего не сдала. Почему? Упрямый дух. Наклониться даже рукой пол не можешь достать в таком возрасте. Еще что, ты уже сгорбатилась. Ты можешь быть другая, ты не хочешь. Развития духовного нету, телесного ничего нету. Как ты думаешь жить? Не знаю. Тебя уже не один раз предупреждал, говорил, ты лукавые слова подыскиваешь. Мать твоя услышала бы и посмотрела на вас, она бы, говорит, в гробу перевернулась. Мне нужен Пупков. Его нету. Он не придет. Он в доме, он не ужинает. Он мне очень нужен сейчас. Ты знаешь Пупкова Сергея Павловича? Да. Выйди туда, крикни, покричи где-то, может, у собак. Скажи всем там, кто есть. Он нужен сейчас. Кто сегодня стоял, руки назад вот так делал? Ну, посмотрите. Во время моления вот так руки кто держал? Это у меня ребятишки. Что бы они ни сделали, они не создают. Вот двумя руками хватается за задницу, чтобы не наказали. Не сделал,
Это воспитывается подлость в людях. У нас, как заходишь, написано 4-й пункт. Поведение. Руки не держать сзади. Два платка под булавку. Вот вы найдите еще где храм, где было и были исполнители. Это принято решение. С мужской стороны Игорь Владимирович, женщины к женщинам подходят. Платье замерило на сколько? Не больше 10 сантиметров. Всем нашим сестрам сегодня были. Ни одного замечания нет. Это Андрей идет со своей красавицей. Вы не знаете, какое прозвище у этой Ирины? Прозвище. Редкое-редкое. Золотая женщина. Золотая. Понимаете, это надо заслужить. И при том это говорит человек, который сам не такой. Которого презирает за его дела. И она даже для него золотая женщина. Понимаете как? И все это от того, что что-то. Нет ни его, ни собак. Его нету, сейчас, да? Сейчас придет. Идет? Сейчас придет. Да, позвонил ему. Так, хорошо. Я попрошу сесть, будьте внимательны. Это перед обедом я вам аппетит загоняю. Иди сюда. Так, тоже выйди, если не буду. Так, тоже выйди сюда. Сергея Павловича нет, это заочно будет. Вы ему, он сейчас да, идет уже. Смотрите, повторяю еще раз. Закрой грудь. Такое платье, все проще, ты его изрежь на куски и выкинешь, и собаки даже юхать не будут. Ой-ой-ой. Вам не кажется, что вы одеты, вот посмотрите на вас, и посмотрите, вот сидят, я их не выбираю, двое мужчин, третий снимает, четвертый сидит. Я их не брал, они сами сели. Вот, сюда. Вот он как раз нужен здесь. Ты, Мариночка, вот сюда перестань. Вот посмотрите, разница какая. Женский рядом, откиньте. У вас не церковная одежда. У вас сзади гайтан, видать. Открыта вот настолько вот шея. Я не видел, я бы вас задержал. У нас есть наблюдатель. Наблюдатель зашел раньше. Вы позже зашли. Одежду постарайтесь заменить. Вот так, чтобы одеты, чтобы ваши цепи было видно. Этого нету. Зайди, обойдите все иконы, садитесь. Пожалуйста, проходите. Нигде на иконах этого нету, чтобы человек стоял руки сзади. Ни одной иконы во всем мире. Кто делал так? Кто руки держал сзади? Вот. А почему? Спина устала. Пока-пока. Старайся внимание отдать не зубам и хлебу, а тому, что я говорю. Ты то мне однажды. Я ни разу не подошел. И не подошел из-за мужа. Терпение. Из-за мужа не подошел. То есть я стою рядом и вижу, это необычно. Я должен сказать, нарушение устава. А я стою и ничего не делаю. Из-за мужа. А ты, а почему? Сама догадайся. Могла женщина одна, которая сзади. Надежда Васильевна прямо вплотную сидит. И она не видит, не знает еще. Поэтому ее слова теряют ценность. Она знает грубое нарушение. Стоят руки так сзади. Маленько пойди опять руки опять назад. Что тебя дергают? Стой и молись. Девочки, я принес стул. Ты видела? Да. Надежда Васильевна, осталось всего 7 минут до окончания службы, она ее дергает на скамейку, на которой инвалиды сидят. Зачем, когда есть ступенька? Ей скамеечка маленькая дана. Зачем ты вылезла? И она не стала сидеть. Села, добро показываешь. Ей дали сиденье личное. Ты ее рванула к себе. Там Люба сидела. Начинается. Спорить я не буду. Спорить, что еще не знаю. Надежда Васильевна, ну, вы помолчите. Пожалуйста. Ну. Я девушке поставил детское маленькое. Она села. Да она, чем сидеть, там в два раза шире. Знаете, Тихонь, благословите Володе помочь на костер идти. Сейчас уйдешь. Сейчас. Значит, не христианская одежда, вот эту верху. Подумай, как, чтобы одеты были. Как будто с нас поставили. Вот Христос, то же самое. Да, а волосы? Ну, давай, я их не выбираю. Вот смотри, они пришли, сели, трое, пять человек. Что шесть. Обожди. Ну глянь на людей. Шесть мужчин. Я их не выбирал, они сами пришли, сели. Разница есть? Есть. Есть, поэтому идешь в церковь, а не с собаками заниматься. Сделай, чтобы не было видно креста. А вот он и где? Да нарисовал такой, который такой сам. А с кого рисовал? Своей блудницы, говорит, нарисовал икону Божьей Матери. Потом узнали, да выкинули. А другой Лермонтов нарисовал. Вы не смотрите на это. В церкви другой образ жизни.
Ну, повернись, сколько у тебя сзади? Ну, что это такое? Женщина придет, мы что-то сделаем замечание? Конечно. А ты мужчина. Стоят, вот они, трое. Значит, заменить, поискать, пришить. Вам понятно это? Понятно. Теперь смотрите. Стоит впереди меня человек. Вы много знаете, да? Очень. Стоит впереди меня человек. Он ничего не делает. Он такой вот так. Я его видел. Ты что делаешь? А что делаю? Ты не знаешь, это болезнь. Какая блудная лихорадка. А как вы узнали? А я все молил, я только о блуде и думал. Я так говорю? Ну, но не ну, не все моление, а блуде. Ну, не все моление. Я как будто порнографический фильм смотрел, да? Во время службы. Моление. И он встает перекатываться. Вот это перекатывание означает, что у него сейчас в охотке он. Но сейчас он не может, еще кобыла не рядом стоит. Как жеребцы ждут на жен ближних. Отбрасывай, а ты свободен, иди помогай. Замени, чтобы вот эта тощая шея... Игнатий Ильич, раз пошла это, хочу еще сказать, штаны не церковные совершенно. Ну, это уже, не он приезжий, тут уже никак. Он залепил тут надпись, была листинка, он быстренько справился. С этим помочь справиться, да. Чтобы цепи не было видно. Вот, я не выбирал, повторяю, шесть потом... братьев, шесть. Надо всех одинаково закрыто. Просто штаны вот эти есть, эти? А, да, все. Узковатые. Все нормально. Это все. Прошу не мешать. Смотри, ты откликаешь. Игорь, уже тот присоединился, муж от свою компанию организует. Слушай внимательно. Блудная лихорадка. И этот ролик достиг Америки, и там они с него с ума сошли. Как они начали выкручиваться, смеяться, ха-ха-ха, артистов поставили. А я когда говорю, и в это время они заливаются, ну такие есть, которые хохму строят. А почему? Блудники. Я назвал своими именами где-то. Сегодня кто перекатывался так? Потом вот так вот, а потом ногами вот так вот выворачивают. Я не придумываю, я стою рядом. Храм – это место особого присутствия Божьего, такое мнение существует. И поэтому в храме вести себя пристойно, не перекатываться. Пятки вместе. Только пришел, стоит вот так вот ноги. Я не вытерпел. Вызвал, говорю, а почему ты так? В морфлоте служил. Это моряки на корабле, корабль качается, у них такая, а как они стоят? Морские пехотинцы. Ты-то для чего это делаешь? Не знаю, я тебе сейчас поясню. И кто приехал с архиереем? С архиереем приехал, прислуживает. Так, ребята, обижаться на меня бесполезно. Я вам только хочу сказать, ни в одном храме, нигде наблюдателей нету. Кто пришел, как одетый, иногда пишут, в брюках не заходить, но это только слова, сплошь и рядом ходят. Вы попали в нужное место и в нужное время, как все говорится. Понятно. Значит так, если нечего, ничего нету, любой материи, сделайте воротничок и пришейте. Это вот так, чтобы он стоял не было. Закройте шею мужчинам. Иначе мы не имеем морального права требовать сестер. Они все сделали, ни одного замечания нету. Все платки надеты хорошие, но у нас два платка написано. Уставить, четвертый пункт. Ты помнишь, в прошлом году я говорил о чем? Как сзади сфотографировал? Да. Мужчины трое стоят, а я сфотографировал сзади, тут со сверху падали. Вот такая штука, брат. Шахматская тема была. Да, очень сильно зажеванная. И как будто вышел на выставку, торгует своим. С Богом. Садитесь. Я прошу быть внимательными в храме. Настроиться на то, что Господь все видит, и ангел рядом не одобряет подобное поведение. Так, встаньте.